Завершено расследование уголовного дела на экс-чиновника Евгения Кондратьева. Напомним, его обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, местный бизнесмен передал 970 тысяч рублей замдиректору департамента имущественных отношений мэрии. Взамен хотел арендовать помещение центрального рынка по заниженной цене. Вину в совершении преступления фигуранты признали. По ходатайству регионального СУСК суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 12 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу.